16 октября 2022 года Ярополк, не изменяя своим традициям, вновь приехал дружить с холодной водой. Сегодня в России отмечается праздник День отцов, а также День работника дорожного хозяйства и пищевой промышленности. Именно эти три праздника мы объединяем в нашем купании. Хочу поздравить всех отцов и работников пищевой промышленности и дорожного хозяйства. Воспитывайте сильных и мужественных людей и делайте ровные дороги. Поздравляю всех с величайшим праздником Днем отцов. Также поздравляю всех с пищевым промышленностью. Желаю таким гигантам, как Мираторг и Вкусвилл, хорошего и здорового питания. Также поздравляю всех с транспортным хозяйством. Желаю хороших дорог и ровных. Молодец, давай. И ровного асфальта. Хорошо, ровного асфальта. Просто красавчик. Посмотрите, какая у него прическа. Вот я прям доволен, что мои нравоучения, да, наконец-то длинный волос убрал. ЛГБТшник. Поздравляю всех отцов с праздником отца, а также поздравляю всех работников дорожного хозяйства и пищевой промышленности. Желаю всего хорошего и хорошего настроения, чтобы готовили больше хорошего питания. Поздравляю всех отцов, чтоб всегда стояли за свою семью. Поздравляю всех отцов с этим замечательным праздником. И поздравляю с днем пищевой промышленности и дорожного хозяйства. Пеките хороший хлеб и делайте хорошие дороги. Они без как-то... гор. Без гор и без дыр. Молодец. Поздравляю всех с Днем Отца, с дорожной промышленностью и пеките хороший хлеб и до хорошего вам дня. Давай, давай. Головой раз. Давай, два. Давай. И все, давай. Три раза. Поздравляю всех отцов, всех, кто есть. Поздравляю вас. Поздравляю всех, кто делает дороги. Делайте дороги правильно. Поздравляю всех дорожников, желаю вам строить хорошую и качественную дорогу, чтобы мы ими пользовались. Поздравляю всех работников пищевой промышленности, чтобы мы здорово питались, были здоровы, сыты. Спасибо вам. И как отец я подаю пример всем нашим детям. Давай, давай. Поздравляю всех отцов с сегодняшним днем. А пищевая промышленность, посмотри, какой ты красивый. Ты же нормальную пищу ешь, правильно? Спасибо пищевой промышленности за качественное мясо.